Доброе утро, Челябинск! Сегодня с жителями города мы поговорим о цирке. Зачем жители ходят в цирк и на кого они смотрят? Чьи номера радуют больше всего, узнаем прямо сейчас. Скажите, пожалуйста, вы ходите в цирк? Я очень давно была там последний раз. Каждый день. Не выхожу оттуда. А, понятно. Вся жизнь моя как цирк сплошной. На кого смотрели больше всего? На кого вообще ходят? Наверное, на тигров. Там и на львов, ну да, когда они открывают голову, пасть к ним, голову кладут в пасть. Поэтому вот самое яркое впечатление – тигр. На зверей. На каких? На экзотических. Это какие? Наверное, тех, которых в зоопарке нет. На акробатов. На жонглеров. На зверей. На зверей? На гиппопотамов. На гиппопотамов? Да. Гиппопотамов, да нет. Так смеетесь, как будто что-то знаете. Ну, на крокодилов, наверное. В цирк? На клоунов, на гимнастов. Ну, еще на кого? Я не знаю, я не хожу в цирк. Не ходите? Мне не нравится он. Мне запомнилось, как там акробатка была на вот такой узкой палочке, висела очень далеко от земли и висела на ногах. Наверняка на клоунов. На клоунов? Конечно. Я боюсь клоунов. Вы боитесь клоунов? Я не боюсь клоунов. Боитесь клоунов? Вы просто в детстве не ходили на страшные цирки. Вы, видимо, что-то знаете, чего не знает никто. Это просто вы не ходили в детство на клоунов. Ладно. Цирк – слово, с которым у каждого из нас масса теплых впечатлений, связанных с детством. Да и не только с детства. Многие до сих пор очень любят посещать и ходить в цирк. Не лишайте себя удовольствия еще раз сходить в цирк и порадовать себя яркими впечатлениями. Хорошего дня!